экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мемлекет басшысы мақұлданған бюджетті қалыптастыру жөніндегі тәсілдер шеңберінде келесі құжаттарды әзірлеп сіздердің қарауларыңызға ұсынып отыр. 2014-2018 жылдарға арналған елдің әлеуметтік экономикалық даму болжамы. Болжам Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында және мемлекеттік басшысының Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекетінің жаңа саяси бағыты де атты Қазақстан халқына жолдауында берілген тапсырмаларды айқындалған мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін әзірленді. Құжат әлемдік экономика мен негізгі экспорттық тауарларына әлемдік бағалардың өсуі бойынша халықаралық ұйымдардың түзетілген болжамдарына 2013 жылғы бірінші жарты жылдықтағы ел экономикасы салаларының даму қорытындыларына, сондай-ақ 2012 жылғы жалпы ішкі өнімнің мен сыртқы сауда бойынша ұталынған деректерге негізделеді. Болжамды қалыптастыру кезеңінде базалық сценарий негізге алынды. Бұл 2014-2018 жылдары әлемдік экономиканың 2014 жылғы 3.8%-дан 2018 жылғы 4.3%-ға дейін баяу, алайда үдемелі өсуін болжайды. Мұнайдың бағасы соңғы 5 жылдағы орташа бағаны ескере отырып, бағалау бойынша 90 ақш доллары деңгейінде белгіленді. Мыс бағаларының басқа металл бағалары елеусіз өседі деп болжануда. Алтынның әлемдік бағасы 2012 жылғы қалыптасқан елеусіз төмендеу трендін жалғастырады деп күтіліп отыр. Реальный рост экономики 2014-2018 годах прогнозируется на уровне 6-7,1%. В условиях медленного восстановления внешнего спроса на сырьевые товары рост экономики в среднесрочном периоде будет обеспечен за счет возрастания объемов инвестиций в индустриальные, инновационные и инфраструктурные проекты, начало разработки нефти на Кашаганском месторождении и роста потребления населения. Внутренний спрос на отмеченный период будет расти темпами в среднем 7,5%. Прогнозируется, что номинальный ВВП вырастет 38,6 триллиона тенге в 2014 году до 65,9 триллиона тенге в 2018 году. ВВП на душу населения в 2014 году составит 14,6 тысяч долларов США и вырастет к 2018 году до 24 тысяч долларов США. ВДС промышленности будет расти темпами от 2,7% до 6%. Объем добычи по прогнозам Министерства нефти и газа в 2018 году уже составит 110 миллионов тонн. Ускоренными темпами будет развиваться сфера услуг. Рост торговли составит 9,8%, услуги транспорта и связи в среднем 7%. Экспорт товаров в 2014 году по оценке снизится на 4,2% к предыдущему периоду, в основном за счет более низкой прогнозируемой цены на нефть. 2015 года ожидается рост с темпами в среднем 8,7% в результате ожидаемого физического объема добычи и экспорта нефти и металлов. Ожидаемый потребительский инвестиционный спрос в экономике будет способствовать увеличению импорта товаров с 58,6 миллиарда долларов в 2014 году до 93 миллиарда долларов в 2018 году. Уровень годовой инфляции в 2014-2018 годах будет находиться в пределах коридора 6-8%. Для обеспечения прогнозных параметров роста в среднесрочном периоде основные усилия будут сосредоточены на следующих приоритетах социально-экономической политики. Первое – макроэкономическая и финансовая стабильность. Второе – повышение эффективности и конкурентоспособности экономики через ее модернизацию и диверсификацию. Третье – социальная модернизация. Четвертое – сбалансированное региональное развитие. Пятое – формирование эффективной системы государственного управления. Шестое – развитие международной интеграции и взаимодействия. На основе макроэкономического прогноза разработан проект республиканского бюджета на 2014-2016 годы. Проект закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2014-2016 годы разработан в соответствии с бюджетным кодексом. С учетом вносимых поправок на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2014-2018 годы, концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу и направлен на реализацию поручений главы государства, озвученных в ежегодных посланиях к народу Казахстана. При формировании бюджетных параметров выдержаны фискальные ограничения по дефициту и использованию национального фонда в соответствии с утвержденной концепцией новой бюджетной политики до 2020 года.
Поступление республиканского бюджета на 2014 год предусматривается в объеме 5 триллионов 773 миллиарда тенге, или с ростом по сравнению с текущим годом на 10,4%. Из них доходы без учета поступлений и трансфертов прогнозируются в сумме 4 триллиона 16 миллиардов тенге, что выше уровня 2013 года на 428 миллиардов тенге. В 2015-2016 годах планируется увеличение поступлений доходов без учета трансфертов к уровню предшествующего года еще на 555,8 и 636,8 миллиарда тенге соответственно. Расходы республиканского бюджета на 2014 год планируются в объеме 6 триллионов 715 миллиардов 400 миллионов тенге с ростом к уровню текущего года на 10,1%. Соответственно, в 2015 году к уровню предыдущего года рост будет на 7,7%, в 2016 году с ростом на 9%. Прогноз расходов на 2014-2016 годы сформирован с учетом снижения прогноза дефицита в трехлетнем периоде, который составит в 2014 году 942 миллиарда 400 миллиона тенге или 2,4% ВВП. В 2015 году составит 2,2% ВВП и в 2016 – 1,9% ВВП. Основные приоритеты и направления расходов бюджета определены, исходя из ориентиров социально-экономического развития республики до 2020 года и по данным поручений главы государства в послании народу Казахстана «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства. Проектом бюджета предусмотрено продолжение реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию, дорожной карты бизнеса, дорожной карты занятости, программы развития регионов и моногородов, программы «Доступное жилье» и программы «Агробизнес-2020». С целью обеспечения социальной стабильности и финансово обеспечены все принятые ранее социальные обязательства государства и продолжен переход к прозрачной системе финансирования сфер здравоохранения и образования. В 2014-2016 годах будет осуществлено вложение нефтяных сбережений в экономику страны, а именно конкретные инфраструктурные проекты, результатом реализации которых должно стать увеличение транзитных перевозок и продвижение казахстанского экспорта на мировые рынки. Проектом закона о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2014-2016 годы с учетом одобренных главой государства инструментов фискального регулирования гарантированный трансферт на предстоящие три года определен в размере 1 триллион 380 миллиардов тенге, что на уровне 2013 года. Данный размер обеспечивает в 2014-2016 годах соблюдение правил неснижаемого остатка средств в Национальном фонде на уровне 30% от ВВП. С учетом прогнозируемых поступлений налогов от нефтяного сектора прогнозируется увеличение средств Национального фонда с 93,9 миллиардов долларов в 2014 году до 122,1 миллиарда долларов в 2016 году. Наряду с законопроектами бюджетного блока вносится проект указа президента Республики Казахстан о целевом трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2014 год. Проектом указа предусматривается привлечение в 2014 году целевого трансферта из Национального фонда в сумме 150 миллиардов тенге на реализацию крупных инфраструктурных проектов и подготовку к проведению Экспо-2017. Проект закона Республики Казахстан об объемах трансфертов общего характера между республиканскими областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2014-2016 годы разработан в соответствии со статьей 45 Бюджетного кодекса в связи с завершением действия закона о трансфертах общего характера на 2011-2013 годы. Объем бюджетных субвенций и изъятий на 2014-2016 годы определены в соответствии с методикой расчетов трансфертов общего характера. Расчет объемов трансфертов общего характера на трехлетний период произведен с учетом прогноза доходов местных бюджетов с учетом вносимых изменений в налоговый кодекс, прогноза расходов местных бюджетов, исходя из численности получателей бюджетных услуг в регионах, а также факторов, влияющих на расходы в зависимости от специфики того или иного региона. Это включает в себя демографический состав, плотность проживания населения, климатические условия, транспортная доступность и другие. Как и в предыдущие годы, текущие затраты, за исключением заработной платы, индексированы на прогнозируемый уровень инфляции 7%, применены специальные повышающие коэффициенты для города Астаны 1,5 и для города Алматы 1,25 соответственно. При этом в целях ликвидации неравенства и обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и справедливого распределения минимального объема медицинских услуг населению на амбулаторном уровне из исходной базы расходов местных бюджетов 2013 года исключены затраты на амбулаторно-поликлиническую помощь, которые с последующим наполнением до среднереспубликанского уровня передаются в виде целевых текущих трансфертов местным бюджетам. Кроме того,
прогноз затрат местных бюджетов включены расходы, связанные с реализацией новых НПА, а также дополнительные расходы республиканского бюджета, передаваемые на местный уровень в связи с передачей полномочий местным исполнительным органам. Важно отметить, что в соответствии с концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов в базу расходов местных бюджетов переданы затраты постоянного характера, ранее финансирующиеся за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. В том числе в 2014 году сумма составляет 215 миллиардов 700 миллионов тенге. Прогноз затрат на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы на предстоящий трехлетний период определен в размере 6,5% от прогноза объема текущих затрат на соответствующий год. Так, при расчете капитальных затрат учтены расходы на осуществление капитального ремонта и материально-технического оснащения организации здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь и финансируемых из республиканского бюджета. Размер бюджета развития регионов увеличен с 5% до 6,3% от текущих затрат, а также с учетом прироста численности населения и валового регионального продукта на соответствующий год. Кроме того, в бюджете развития предусмотрен стимулирующий компонент в объеме 16 миллиардов тенге. Сумма для каждого региона определена на основе рейтинговой оценки работы акимов за 2011-2013 годы по показателям увеличения налоговых поступлений в местный бюджет и создания постоянных рабочих мест. В результате проведенных расчетов бюджетные изъятия определены в объеме в 2014 году 144,3 миллиарда тенге, в 2015 – 195,5 миллиарда тенге, в 2016 году – 264,2 миллиарда тенге. Объемы бюджетной субвенции в 2014 году составляют 980 миллиардов 700 миллионов тенге, в 2015 году – 907,7 миллиарда тенге и в 2016 году – 839,9 миллиарда тенге. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства предусматривается внесение изменений и дополнений в бюджетный кодекс и закон о концессиях. В связи с передачей в базу расходов местного бюджета трансфертов постоянного характера предлагается введение минимальных объемов финансирования из местного бюджета отдельных социально значимых сфер, которые будут определяться законом об объемах трансфертов общего характера. Введение минимальных объемов финансирования позволит не допустить отвлечения средств на другие цели и недофинансирование вышеуказанных сфер. В целях повышения финансовой дисциплины при подготовке бюджетных заявок на стадии планирования бюджета вводятся лимиты по расходам администраторов бюджетных программ и лимиты на новые инициативы, которые будут определяться Министерством экономики и бюджетного планирования при формировании республиканского бюджета на 2015 год. В целях обеспечения обязательного участия местных бюджетов в реализации местных бюджетных инвестиций предусматривается выделение из вышестоящего бюджета целевых трансфертов на развитие нижестоящим бюджетом при условии софинансирования бюджетных инвестиций из нижестоящего местного бюджета. Также в целях реализации поручения администрации президента Республики Казахстан и рекомендации экспертной комиссии по оценке деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами за 2012 год предлагается ввести ответственность первого руководителя администратора бюджетных программ за недостижение результатов бюджетных программ при полном освоении бюджетных средств. Также устанавливается ответственность акимов в случае выделения средств из местного бюджета ниже минимальных объемов, установленных законом о трансфертах общего характера. В связи с усилением ответственности администраторов бюджетных программ за реализацию бюджетных инвестиций, службы внутреннего контроля центральных исполнительных органов наделяются дополнительными полномочиями по контролям за реализацией бюджетных инвестиционных проектов. Для повышения роли стратегического плана государственных органов предусматривается защита первыми руководителями проектов стратегических планов при рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете в парламенте. Также предусмотрены нормы, связанные с изменением подходов при планировании бюджетных инвестиций, предполагающих внедрение принципа бюджетного компаратора, сокращение процедур при реализации бюджетных инвестиций, сокращение сроков прохождения конституционных проектов при проведении конкурсных процедур по принципу одного окна. Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения обусловлена необходимостью исполнения отдельных поручений президента Республики Казахстан, в том числе данных посланий народу Казахстана в декабре прошлого года, реализации концепции новой бюджетной политики и решений Конституционного совета по вопросам налогообложения. Законопроектом предусматривается повышение ставок налога на имущество физических лиц, налога на землю, налога на транспортные средства для автомобилей с объемом двигателя от 3000 до 4000 кубических сантиметров, акцизов на сигареты 2015 года, акцизов на алкогольную продукцию 2014 года. Также подготовлен ряд поправок, направленных на улучшение налогового администрирования и качество обслуживания налогоплательщиков и снижение административных барьеров, в целом улучшение бизнес-климата.
Предполагаем законопроектом увеличение доходной части учтено уже в прогнозе доходов республиканского бюджета на 2014-2016 годы. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прошу поручить соответствующим государственным органам и канцелярии премьер-министра в оперативном порядке согласовать данные нормативные правовые акты для обеспечения соответствующего их внесения в мажилис парламента в сроки, установленные бюджетным кодексом. Прошу вас поддержать. Спасибо большое.